Лекция на тему принятое снаряжение департамента. Пояс офицера состоит из две пары магазинов с патронами, тайзер, рация, фонарь, две пары наручников, пара перчаток. Положим, пара перчаток. Так, две пары магазинов с патронами, тайзер, рация, фонарь, две пары наручников, пара перчаток, телескопическая дубинка, табельное оружие, ГЛОК-19, перцовый баллончик, дубинка, огнестрельное оружие, пистолет марки ГЛОК-19, карабин марки АР-15, помповое ружье, Моузберг 500, снайперская винтовка, М24. Вопросы есть? Нет. Нет. Штурмовая винтовка марки какой? АР-15. Помповое ружье какое? Мосберг 500. Есть ли одна пара магазинов в поясе? Что? Смотри, сколько в поясе магазинов с патронами? Две пары. 50, Если это пистолет убить. Ой. две, правильно, Ой. все, я понял. Это в игре просто На этом лекция 50. окончена.